Открытие очередного в Брянске офиса нового образца – это своего рода наглядное подтверждение тому, что Сбербанк России успешно реализует стратегию своего развития до 2014 года, главная цель которой – стать лучшей сервисной компанией в стране. Церемонию торжественного открытия посетили клиенты и партнеры банка, строители, руководство Брянского отделения Сбербанка. Для всех главное – комфорт и удобство в обслуживании в офисе нового формата. Разделение потоков. Для получения консультаций обслуживания физических лиц, вот поток у нас в этой части, где мы находимся, получение консультаций для кредитования, заключения других сделок в другой части. То есть здесь не будет вот слияния потоков и, мягко говоря, ну, толкучки. Основное, что отличает офис нового формата, это отсутствие преград между клиентом и обслуживающим его сотрудником в виде стеклянных перегородок и барьеров. Быть ближе к клиентам и в прямом, и в переносном смысле – одна из ключевых задач банка. Здесь клиенты могут получить кредит, оформить вклад или банковскую карту, совершить денежный перевод, приобрести монеты из драгоценных металлов и многое другое. Мы предлагаем ряд услуг, которые необходимы для наших клиентов в первую очередь. Это ведение счетов, кредитование, продажа монет, обезличенных металлических счетов, денежные переводы как за границу, так и по России, операции с ценными бумагами, обмен валюты. 118-й офис Сбербанка имеет все необходимое для быстрого и качественного обслуживания своих клиентов. Чтобы до минимума сократить время ожидания посетителей, Сбербанк внедряет современные системы единого окна. А точки доступа к интернет-сервису «Сбербанк онлайн» позволяют самостоятельно управлять своим личным счетом. Круглосуточная зона самообслуживания, в которой установлены несколько банкоматов и платежных терминалов, позволяют совершать операции наличными или по банковской карте, в том числе оплачивать коммунальные платежи, услуги связи, налоги и штрафы ГИБДД и многое другое. Быстро освоить новые технологии помогут консультанты банка. Я вообще давно являюсь клиентом этого банка, поэтому я в курсе всех дел. Я знала, что здесь открывается новый филиал, знала, когда он открывается, там было объявление, что они переходят в этот филиал. И мне очень нравится здесь зона самообслуживания круглосуточная, очень хорошо. Если филиал работает до 7, то здесь я могу в любое время сделать любой платеж. И очень нравятся консультанты. Девочки помогают, подскажут, что надо, разменять деньги, если надо. И очень удобно, особенно кто работает допоздна. Сразу после торжественного открытия офис Сбербанка нового формата начал свою работу. Более подробную информацию об услугах обновленного офиса Сбербанка России вы можете получить, посетив его по улице 3-го интернационала 1, напротив Бежецкого рынка, или позвонив по телефону 58 79 39. Татьяна Глазова, Владимир Сидоров. События, Брянск.